Так, нейтрализация закончена. Шкурка отжимается. Шкурка отжимается. Раствор нейтрализации или повторно, или сливается. И после нейтрализации дубление. В таком же объеме готовится раствор. Вода в 2-3 раза. Чем больше объем, больше шкуры, тем лучше. Можно немножко нейтрализацию смыть, прополоскать водой. Это не обязательно, можно отжать, этого будет достаточно. Этого будет достаточно. Такой же температурный режим дубления. Дубление в литературе пишется, самое лучшее дубление на основе ивы, но я им не пользовался, не знаю. А из химических препаратов можно использовать хромокалиевые квасцы. Хромокалиевые квасцы. Ну, надеюсь, мочи это и видно. Или алюминиевые квасцы. Хромокалиевыми квасцами я пользовался, в основном покупал в магазинах химреактивы или в магазинах фототовары. Они применялись для цветных фотопечатаний. Кто занимался цветным фото, знает, что квасцов или алюминиевых, или хромовых, вот они так выглядят. Кристаллический такой порошок, кристалл. 7 грамм на литр воды. 7 грамм на литр воды. Или алюминиевых, или хромокалиевых квасцов. Обязательно соль. Соли на литр воды 60 грамм. Соли 60 грамм, квасцов 7 грамм, квасцов 7 грамм, или хромокалиевых, или алюминиевых. Соли 60 грамм на литр воды. Температурный режим. Также помешивать. Чем чаще помешивать, тем лучше. Растворить хорошо надо и соль, и квасцы. И погрузить шкурку в дубление. Погрузить в дубление. Шкурка дубится от 12 часов до 24 часов. До 24 часов. Дубление обязательно. К сожалению, я на основе ивы не дубил. Не знаю. Очень бы хотелось, но не практиковал, поэтому не могу вам ничего сказать. Шкурку во время помешивания выворачивать, менять местами, полоскать,
Дубление. Уходим на 12 часов. Спасибо.